Добрый день, дорогие друзья! Сегодня готовим рис с овощами. Такое блюдо подойдет для поста, можно использовать вегетарианцам или для полезного питания. Для этого нам понадобится 150 граммов риса, который нужно тщательно вымыть. Заливаем его холодной водой и варим до готовности. В самом конце варки нужно добавить соль по вкусу. Рис я использовала круглый, шлифованный. Пока отваривается рис, займемся овощами. Мне потребуется одна морковь. Так как морковка более плотная и отваривается и обжаривается чуть подольше других овощей, то начинать буду я с нее. Морковку нужно очистить, порезать колечками, а потом тонкой соломкой. Готовить овощи я буду на сковороде гриль с легкой решеткой. Пока готовится морковь, можно порезать баклажаны. Для этого блюда потребуется 2 средних баклажана. Баклажаны нарезаем по тому же принципу, сначала кружочками, а потом средней соломкой. Толщина примерно 0,5 сантиметра или сантиметр. Ну а кто еще не подписался на мой канал, предлагаю это сделать и нажмите на черный колокольчик, чтобы узнавать о новых видео первыми. Когда рис отварился, без промывания складываем его в форму. Пиала должна полностью покрыться рисом. Слегка утрамбовываем и переворачиваем вверх ногами. Рис еще горячий, он хорошо скрепляется между собой. А нарезанные баклажаны нужно слегка посыпать солью, чтобы они пустили сок. Тогда они не будут сырыми и не нужно будет добавлять лишней воды. Морковь слегка нужно обжарить. Морковь дошла до полуготовности и можно добавлять баклажаны. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы баклажаны не поломались. Это блюдо получается очень вкусное, если не передержать баклажаны. Пока овощи у нас тушатся, займемся чесноком. Для запаха достаточно одного зубка чеснока, но если вы любите поострее, можно добавить 2-3. Чеснок нарезаем также тонкой соломкой. Такое вкусное блюдо с рисом и овощами можно приготовить всего за 15 минут. Как только чеснок готов, можно отправлять его в баклажаны. В блюдо добавляем еще немного соли, черного перца, лавровый лист и, по желанию, специи для салата. Еще пара минут, и это вкуснейшее блюдо будет готово. Надеюсь, вам понравится это сочетание с рисом и овощами. За время, пока мы готовили овощи, рис скрепился между собой, и можно легко его перевернуть и вытащить из формы. Осталось дело за малым. Выложить овощи на блюдо и красиво все украсить.
особый вкус и аромат добавит овощам семя кунжута. А также кунжут оригинально украсит это блюдо. Яркости и свежего вкуса добавит блюду зеленый лук. Украшаем зелеными перышками овощи и добавляем пасту. На рис я решила выложить зеленый лук в форме цветка. Желающие подписаться на канал могут это сделать сейчас. А также оставьте, пожалуйста, свои комментарии по поводу моего рецепта. А сейчас самое время перейти на канал и посмотреть еще много интересных рецептов.